истинный человек, да, это вот десятимерное и десятимерное, да, это истинный человек. По-другому его еще можно назвать. То есть, когда мы говорим и десятимерное, мы подразумеваем десятимерного человека, истинного человека. Его так и называют. Или еще пиит. Было такое вот еще слово пиит. Истинный человек. Истинный человек, сумевший поставить ограничения в настоящей жизненной активности, от прошлого опыта. От прошлого негативного, да? От прошлого негативного опыта. То есть прервать на себе закон кармы. И так думаю, что на сегодня мы с вами последнюю буковицу возьмем, потому что еще хотелось бы прописать. Вот Света как раз таки говорила про женское начало. Посмотрите. Еще раз, да, я каждый раз буду вот как бы на повторение, да, для того, чтобы у нас устаканилась эта информация, да. Еще раз проговариваю. Буковица начинается с того, что человек рождается на землю, на земле, да? Человек рождается мыслящий, человек рождается устремленный в будущее, человек рождается, познавая азы, которые ему в настоящий момент, когда он только-только родился, передаются отцом и матери, да? В течение жизни он нарабатывает глубинность, Когда он нарабатывает глубинность, он начинает быть хозяином своей жизни, хозяином своей судьбы. Это общие буковицы для всех. А дальше идет буковица мужского начала, актив, да, который говорит о том, что мужчина, космический мужчина, да, мужчина здесь на Земле, когда он начинает в себе соединять мужчину космического, да, он становится хозяином своей жизни, хозяином своей судьбы и вокруг себя делает защищенное пространство, в котором хорошо живется его детям, жене и так далее, да? И тем самым помогает женщине стать женщиной. И будучи активным началом, да, он должен являть божественные законы. Божественные законы как он должен являть, да? Познавая глубину мира космического и земного, да, космо и тверди, и укрепляя его себе в жизненной активности на настоящий момент, да, в своей вот этой жизненной активности, он должен становиться ведуном своей жизни. Когда у него появляется четырехмерие, когда он начинает ведать себя. И вот с этого ведания у него идет, начинает открываться путь наверх, да? Путь к десятимерию. И этот путь к десятимерию, да, приводит к тому, что десятимерный человек, познавая вот эти законы космоса всего-то, зная их, понимая их, он может на себе остановить закон кармы. Он может для всего будущего поколения сделать чистым поле. Да? И сам выйти в истинность, сам становиться истинным человеком, пиитом. Тех, кого мы попросту здесь на Земле называем там просвещенными, святыми, там, да, ну как угодно. Вот, да? Это вот мы проговорили, как бы по большей степени, относя это и к мужскому, и к женскому, конечно же, это к женщине тоже имеет отношение, да? Но основа там, вот эта вся, да, мужчина за это отвечает. Актив, мужчина за это отвечает. А дальше появляется
буковка, буковица, вита, которая обозначает женское начало. И вот здесь начинает подключаться женское начало. Итак, буковица вита. Напиши вита. Да? Вита. 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 Жизнь. Вита. Да. Да? Вот такая же, как только в обратную сторону. Да. Как тип, только в обратную. Да, да, совершенно правильно. Сразу же запишите, что вита – это левая, да? Та у нас была правая, помните, да? Временная. А здесь у нас левая, временная, да? Левая жизненная спираль, пространственно-временная. Левая пространственно-временная жизненная спираль. Левая пространственно-временная жизненная спираль. Теперь смотрите, какая интересная вещь. Зашифровка. Да. Вот это вот вита, да? Женская жизненная спираль. Вот если актив пишется как актив, да? У нас один актив, да? То вот женскую, вот, да, вот сущность, так скажем, да, ее жизненная спираль, да, можно запаковать вот таким вот образом. Смотрите. Первая, да, запаковка. Вита, да, знак Веде, да, и которая у нас вот это пространственно-временной, да, это из будущего идущее время, да, это фрактал времени. Дальше тверда, буква тверда и ас. Можно так написать. Можно написать через женское начало, да, то есть вот она, вита, да, вот она есть, ви. Да, да, изменить только вот эти буковки, буковицы, да, первые. Вот. То есть все то же самое, изменяется только первые буковицы, да? А можно начинать запаковывать. Вот я обожаю вот эти вещи, меня просто таращит от них. Смотрите, каким образом можно запаковать, да? Это остается, да? Вот. И остается. А теперь вот это та, помните, я вам говорила, существует буковица, которая так и читается, как та. Вот она эта буковица, та. Та. Вот она, та. Моя. Вот, и можно еще запаковать, да? Вот мы с вами только что проходили. Тоже можно там петельку сделать. Вы смотрите, вы здесь проходили, видите? Вы, который может раньше, вы, как такового вот этого вы не было, было ви. То есть раньше очень многие... язык, он был Витязь. Более мягким. Витязь. Да, он был более мягким, да? Не было царь, буквы «ц», было «ц-ц-ц-царь», да? То есть не, оттуда пошел язык-то китайский, где вот это «сти», «мяу-мяу», вот, вот это наше, славянское. А мы забыли об этом, мы сделали более твердый язык. Мы принимаем «энька», «галенька». Да. Вот, то есть вот это вот ви и вот та. То есть это можно записать четырьмя способами, да? Нет, еще же можно там это вита. Значит, что означает? Ну давайте сами.
Что это означает, исходя из мужского, вот как мы уже по мужской разбирали? Это что? Идущая. Идущая. Да? Космос. Космоса. Женское, космическое начало, идущая в твердь, да? Которая, она здесь, на Земле, рождает саму себя как женщину. Да? Она здесь, мужчине. Да, протягивает ручку мужчине, да? Вот, вот это вот женское витал соединяется с мужским началом. И получается сердечко. И получается сердечко. И это говорит о том, раньше вот этот знак обозначал, что человек готов принять душу из космоса, как ребенка, и воспитывать его. А его умышленно вот этим вот. Сердечко. И получается, что мы не готовы. Мы даем знак, что мы не готовы. Вот у нас есть, да, неправильно. Есть знак, вот туда подальше, есть прямо буковица, которая обозначает помолвку. Буковица прямо есть, помолвка. Вот. Там очень интересно. Есть буковица помолвки, есть буковица свадьбы, то есть когда люди начинают уже сотворять свою жизненную систему. Вот смотрите, мы сейчас пока идем только по азам, да? Родился, что он должен сделать? Мы еще как бы не дошли до тех пор, пока они там встретятся. Мы еще пока говорим об отдельных вещах. Мужское отдельное начало, женское. Вот сейчас подошли отдельно к женскому началу, да? Итак, да? Значит, и этот знак есть в рисунках. Да, вот в рисуночках, на платочках-то, на всяких, да, у нас там идет завитушечка сюда, да, завитушечка туда, да, вот эти там друг другу там они зень, там зень, да, вот эти вот. Это как раз обережные знаки мужского и женского начала. Защитные знаки, которые мы просто думаем, что это просто такие вот завитушечки, кружочечки, там, да, там тюсюсечки какие-то, вот оно. Ну давайте запишем, да? Самое интересное, когда сердце, да, вот рукой же проще так делать, чем его выворачивать, да? Да. А мы... Итак. Значит, что это за знак, да? А если распаковывать этот знак по первым двум, да, вот по первым двум, по первым двум. По первым двум. То это будет следующее, да? Так же, как и в мужском начале, да? Космическое женское начало, пришедшее в твердь, да? Космическое женское начало, пришедшее в твердь, дает в мире праве, да? Рождает в мире праве женщину. Да, как космическую женщину, да? Подожди, космическое женское начало. Космическое женское начало. Пришедшее в твердь. Пришедшее в твердь, а да. Рождает. Рождает в мире праве саму себя. Рождает в мире праве саму себя. То есть женщина рождается как женщина, да? Исходя из космических законов. Рождает саму себя. Дальше, смотрите, если у мужчины деть, это было как деятельность, да, активность, деятельность, то у женщины деть это как деть, да, это как деть. То есть еще одна распаковка, да, как бы этого знака, это когда женщина передает свои лучшие накопления своему ребенку. Дитю, дети. И вот этот вот знак, смотрите, девочки, вот этот вот знак. Вернее, не знак, а вот это сочетание букв, вот это ИТ. Вот это. ИТА. Да, вот ИТА. Угу. Вот это сочетание букв, это дает еще одну распаковку. Вот это сочетание. Оно дает еще одну распаковку. Женщина ведает. Вот это ИТА. Прям запишите вот это ИТА. Женщина ведает ИТА. Потому что где-то будет встречаться, чтобы вы понимали, что это такое, да, вот это ИТА. Женщина ведает ИТА. То есть, она ведает, как создать новую жизнь.
Она ведает, как создать новую жизнь. И здесь речь не идет о жизни, как вот просто зачатие, вынашивание, да, и рождение. А здесь речь идет о том, что женщина ведает, как родить новую жизнь, в каком мире, с каким человеком, с кем вообще, да? То есть она несет ответственность за рождение ребенка, потому что она выбирает мужчину. И она ведает, какого ребенка, да, она родит, с кем она его родит. Она ведает, как его, этого ребенка создать, да, с кем, где, да, в каком пространстве и так далее. Женщина несет за это ответственность. Потому что она это ведает, это ее ведание. Это не мужское ведание, это ведание женщины. Мужчина дает актив, а женщина соглашается с ним деть создать или не соглашается с ним деть создать. И если она с ним создает деть, значит, она ему передает, этому деть, свое все лучшее накопление, но она должна также понимать, да, что накопление мужа она тоже должна будет в себя вобрать и дитю передать. И какой у нее будет актив, такие у нее будут в полевых структурах дети, полевые структуры детей. Она несет за это ответственность, за рождение ребенка. Слава Господи, что нормальные дети родились. Наверное, того мужчину выбрала. Да, нужного. Вот, то есть вот такая вот интересная вещь, да? Значит, и вот это вот, то есть мы сейчас подходим уже, да, вы чувствуете, да? По вот этому вот веданию, да, по буковкам В, да, мы подходим к тому, что уже, как говорится, да, начинаются законы, сейчас уже пойдут законы взаимосвязи мужского и женского начала. Да? Вот это вот вита, да, рождающая жизнь, да, женщина, которая отвечает за рождение, за будущность поколения, да, которая ведает и ту. Да? Вот, уже проговорили. А следующая там будет буковица, которая тоже читается как В, это буковица В. Сейчас, минуточку, пожалуйста. Алло. Добрый вечер. Не очень, честно говоря, я сейчас занятия веду. Да, где-то примерно через полтора часа, чтобы мне так дойти до дома и себя прийти. Угу. Ага. Всего хорошего. Значит, и вот следующая буковица ВЭД. Эта буковица как раз будет говорить о взаимоотношениях уже людей. О взаимоотношениях мужского и женского начала. Но мы ее оставим на потом. Да? Давайте вот на женском начале сегодня остановимся, да? На женском начале. Вот. И у меня сейчас к вам, пока я буду думать о том, как вам сказать вот эту вот абракадабру, да? У меня к вам сейчас такое вот задание, да? Вот сейчас попробуйте, да? Напишите свое сокращенное имя. То есть там напишите, например, там как бы Татьяна, Таня, да, там Валерия, Лера. Напишите свое сокращенное имя, да? И в этом своем сокращенном имени узрите, так скажем, основную вашу цель жизненную. А основную жизненную цель дает первая буковица, первая. К ней прикладываются все остальные, к первым. Да? Если это, например, сочетание гласных и согласных, да, то значит дается в этом сочетании. Например, ле, да, та, да, оу, да, вот, то есть вот это вот, в этом сочетании дается основа, а остальное, оно идет как вспомогательный фактор для того, чтобы вот это основное свершилось, да. Напишите, пожалуйста, сейчас свое короткое имя. Если не будете знать, какие буквы как пишутся, скажите мне, я вам вот здесь это покажу.
Эл проходили, нет? Эл? Эл. Эл, вот пишется, девочки, вот. Эл. А я? Я Оля, не пиши Оля, пиши Ольга. Ольга. Потому что, ну ты можешь как бы яд написать, в принципе. То есть, блин, какая красивая буква, я. Красивая. А мои шумы не проходили. А? Мы видишь, Ш. М. М. А не проходили. И Ш. Это Ш. Это М, это Ш. Просто я, она пишется разными способами. Ну давай я тебе напишу, ну, которую я. Напиши, как я написать. О, какая. Бля, какая красота. Классная. Все, больше писать ничего не надо тебе. А где я? Ре. С. Оно просто может писаться. С. А Р. Р, оно вот. А, все понятно. Это О? Р. Р. А. О, да. Вот туда вниз. Вот оно пишется. А О как пишется? Вот, вот так. Все ходит. Вот так вот Р. А О как пишется? О, кола. Кола. Вот оно вот такое, вот такое кругленькое кола. Вот в праве, в мире праве такое вот кругленькое. Оно не на всю, на большую, а вот. Смотрите, какую штуку мы сейчас интересную делаем. Вы сейчас вот это вот прописываете, по мере того, как мы с вами будем распаковывать разные буквы, вы свое имя можете писать по-разному. Вот как это у меня делалось. Я вот изучала букву, да, у меня первый раз я пришла, я написала. Что-то оттуда взяла. Дальше идет другая распаковка, я вместо одной буковки Т я подставляю другую, и идет другая распаковка. Понимаете, да? То есть чем больше вы будете проходить, вы свое имя будете писать по-разному. И тогда у вас откроется этот ключ. Что есть имя О, что есть буковица О, ее можно записать одно О. Будет. Да. Вы потом это узнаете, да? Можно буковицу Я будет распаковать еще по-другому там, да? Так же, как и Маша. Можно написать МА, а можно написать МА сразу же. И ША сразу же написать, то есть двумя символами только. Да. А потом вообще вот. То есть, чем... вот вы сейчас просто распаковываете, как бы вот начинаете только, да, вот на первом этапе вот эта вот распаковка, а потом, когда вы начнете компоновать буковицы, да, разные, вы тогда скомпонуете, вы можете сами свое имя скомпоновать так, как вам нужно, это будет вашим обережным символом вашего имени, которое, как говорится, никто не узнает, это ваш символ будет. Они же так и делали, предки, когда они в один значок записывали свое имя, которое так никто не знал, кроме их. Это было их оберегом, их символом. Так, ну вот сейчас вот я вам расскажу одну такую штуку, это уже не относится. Так, вопросы, давайте, вот вопросы по вот этому есть какие-то? Осознать надо, да? Ага. Так, осознать. Значит, смотрите, давайте мы с вами вот что сделаем. Я вам дам такое домашнее задание, только его, пожалуйста, сделайте. Потому что, ну, если мы уже с вами начали заниматься, да, вот, ну, чтобы вот какой-то толк был, что ли, что ж мы это, да? Значит, смотрите, я вам предлагаю сделать следующую вещь. Создайте некий узор. Создайте некий узор из тех букв, которые мы с вами изучили. Создавая этот узор, старайтесь не головой думать, а вот знаете, как вот рука, как говорится, поведет. Из всех букв. Вот из всех тех букв, которые мы изучили. С первого занятия? Да, вот с первого занятия, вот эти буквы, которые мы изучили, да, вот из
них попробуйте создать какой-то узор. Пусть это будут не все буквы. Вы можете взять там 3-4, да, угу. например, и создать какой-то узор. Но интересно, вы думаете не головой, да. Да, а вот постарайтесь отключиться, и как пойдет рука. Да, как пойдет рука. Потому что вами начнет в этот момент руководить ваш рот. Он вам будет говорить, что писать, да, что делать. Вы таким образом начнете видеть, да, вы будете ткать свой узор жизни. Это называется ткать узор жизни. Когда вы начнете вот эти вот штучки, да, что вы в узор жизни положите, какие азы, какую основу своей жизни вы положите, да, какие начала. Потому что, вы знаете, было очень интересно, мы дома, Саша, Даша, мы как в виде игры начали это делать, да, у кого что как бы пошло. И было настолько интересно нам вот потом посмотреть, у кого какие вот Даша, да, ребенок, да, она вот эти вот буквицы, мы как бы с ней, да, ей интересно, она, я когда там распаковываю, она подходит, я ей там что-то говорю, но я как бы ее еще вот в это не погружаю сильно, хотя она интересуется. Вот, и когда она посмотрела какие-то буковки, что-то запомнила, у нее пошли узоры, связанные с буковкой АЗ, основы, АЗы, да, она начала видеть вот эти вот завитушечки. Представляете, да, как интересно. Она поставила крестики везде, вот, там еще что-то у нее такое было. То есть по ее распаковке понятно, что она сейчас находится в познании самой себя. Это было настолько видно. Познание самой себя и в любви папы и мамы. Mm-hmm. Да? У Саши у него все было такое. Вот, вот я смотрю, я говорю, Саш, ну тебе прямо говорю, вот мужской узор не дать, не взять. Ну хоть сейчас прямо говорю, на щит, вперед копье и вперед. У него чисто мужские такие, вот знаете, вот все, резы черты. Такие там спиральки, спиралек не надо. Все, резы черты. И маленькими штрихами спиральки, опять вот такие вот. Смотрите, да, вот интересно насколько, да? А я начала эти коловороты крутить. У меня вот прям идет вот коловороты, да, то есть вот эти вот свастики, да, свастичные всякие вот эти. И причем я свастик этих разными этими, как снежинки. У меня по всему полю были, знаете, такие вот снежинки из разных буквиц, вот из чего они у меня только не были. Вот эти вот, я поняла, что я как бы вот сейчас нахожусь в том, да, что я вот это вот сва делаю. Вот. Свастику вокруг вот себя, вокруг своего пространства. Это очень интересно. Поэтому вот вы у себя начинаете ткать, да? Вам рот ваш подскажет, что он вас поведет, какие там вот пуговки. Вот Танюшка только вчера с тобой разговаривает по рисованию. Во, пожалуйста, очень интересная штука. Так, а сейчас я вам рассказываю, это мы с этим закрываем, эту тему, да? И я вам сейчас просто расскажу такую интересную штуку, которую недавно открыла для себя и с вами делюсь. Ну, мы все знаем, да, что правая сторона – это мужская сторона, левая сторона – это женская сторона, да, мы это все прекрасно знаем. Вот, но мало кто из нас знает, мы с вами это говорили, когда у нас были уроки по ягам. Мало кто знает, что каждый сгиб, да, он локоть, локтевой, да, запястье, пальцы, да, плечи, соответственно, бедра, колени, да, голеностоп, пальцы ног. Это, вот эти суставы, да, они отвечают за наш родовой пот, да, то есть за нашу родовую основу. Вот, и получается такая интересная штука. Вот если взять человека, да, я не знаю, как вот, я, знаете, у меня когда шло, я вот так вот себе нарисовала. У меня прям такой человек, прям красивый, знаете, получился. Вот, видите, как я его нарисовала, вот. Человечек у меня. Да, вот такой вот. Вот если вы себе примерно такого человечка нарисуете, чтобы вам было понятно, вот, у кого, как бы, какая сторона за какую отвечает, да, вот. То есть, смотрите, просто нарисуйте вот так вот, грубо говоря, руки-ноги, вот там сообразите, пальцы там как-то вот что-то это. Вот смотрите, правая сторона, начиная от рук, да, пальцы. Пальцы – это наши правнуки. Правнуки.
когда мы сгибаем пальцы, да, кулаки, мы, сгибая кулаки, вот эти, знаете, шарики, фарики, мы тем самым начинаем закачивать энергию наших правнуков. В наших правнуках. Правнуки. Пальцы правнуки? Правый. Правнуки. Левый, соответственно, правнучки. Левнуки.